раз почувствовал, что вот он, я сверху совсем завис. Мой центр тяжести чуть оторвался, то ниже стал. От меня подлазит, сваливаешь надо. Потому что тебе движение достаточно. Сначала напряги. Ты не чуть, давай. Теперь расслабь. Понимаешь движение? У тебя вот эти движения, то есть, когда я думал, я просто вот они плохо. Понимаешь? Для чего тебе вот это? Для чего тебе вот это? Я не хочу жестко. Все, качаешь, качаешь, ждешь. Жди, пока противник не начнет как бы так. Видишь, ты опять жестко встал. А зачем? Понял, сейчас попробую поймать. Вот смотри, я сейчас буду идти в нижний уровень, допустим. Вот так. А как противостоять? Thank you.